А на следующий день я их ем холодными, как пирожки. Очень вкусно. Здравствуйте! Сегодня готовлю перец, фаршированный семгой на овощной подушке. Для этого я взяла полкилограмма семги, одну луковицу, чеснок и все пропустила через мясорубку с большими отверстиями. К фаршу добавила полкилограмма вареного риса. Лучше брать клейкий рис. Яйцо добавила, посолила, поперчила, все перемешала. 400 граммов грибов, 3 натертые на терке картошки, луковицу, майонез. Посолила, поперчила, перемешала. В форму добавила немножко воды, выложила овощи, выложила фаршированные перцы. У меня было 4 перца, получилось 8 половинок. Все запекала в духовке при температуре 200 градусов 40 минут. Кушать можно со сметаной, с аджигой, соевым соусом. Желаю приятного аппетита!